Всем доброе утро! И это мой первый влог спустя неделю с этого же дома, с самого начала. Я рада! Все классно. Я вчера не снимала влог, вчера у меня был такой разгрузочный день, хотя весь день реально я была занята. Мы всю первую половину дня убирали дом с ребятами, потому что тут все стало плохо, грязно, и надо было генеральная уборка, и мы полдня занимались уборкой. Во второй половине дня уже не орла, у нашего поломалась машина, когда они ехали с Артемом куда-то по делам, и мне пришлось их спасать. На Опеле на своем я поехала к ним, мы цепляли трос, я на Опеле тащила на тросе Женю на машине в СТО, там его ремонтировали. И это все заняло у нас очень много времени, поэтому вчера был очень сложный и насыщенный день, но я его не снимала, и на самом деле особо вы много не потеряли, потому что это все было не особо интересно. А сегодня день обещает быть попроще в плане дел, поэтому я уже буду снимать вложик. Сегодня я уже опубликовала влог... Какой-какой? А, с того, как я приехала только в этот дом, с того, как я с ребятами встретилась впервые после моря, все было классно. И вот этот влог я опубликовала уже. И завтра, естественно, опубликую то, что снимаю сейчас. Я каждый раз после того, как беру себе выходной влог, не снимаю, на следующий день получаю такой прилив энергии для новых съемок, поэтому сегодня, надеюсь, получится снять хороший влог для вас. Я... Сейчас жду, пока Артём освободит ванну, чтобы я пошла умылась. Я, наверное, помою голову, может, сразу, но это не точно, потому что нам надо с ребятами обсудить, какие у нас на сегодня планы вообще. Мы с Артёмом хотим съездить на почту, нам надо забрать посылки, ему одну и мне одну. Может быть, я попрошу его просто съездить и забрать мою, чтобы я тоже не ехала. Посмотрим. И мы с ребятами планировали сходить на... не на море, я привыкла говорить на море. Хотим сходить на озеро. Сегодня нужно только решить, когда мы это сделаем, в каком часу, и пойдем покупаемся, позагораем, классненько проведем время, потому что сегодня воскресенье, в основном у всех выходной, и у всех есть время этим делом заняться, отдыхом. Вчера Женя с Артемом были на авторынке, выбирали машину для папы Жени. Это был долгий процесс, и они довольно много времени провели вчера на солнце, поэтому и у Жени, и у Артема загар вот такой, ровно по футболку. Выглядит это ужасно. Артем не так жестко сгорел, как Женя. У Жени прям вот здесь очень красная шея. Я вам потом покажу, когда уже сейчас переоденусь, выйду в дом и со всеми встречусь. Я вам покажу Жене, но это просто шикарно. У них такой, знаете, загар таксистов чисто. И поэтому мы еще хотим повезти мальчиков на пляж, чтобы им чуть-чуть выровнять этот загар, вот тут намазать все кремчиком, а тут чтобы подзагорело, потому что они выглядят очень смешно. Я не знаю, почему Артем там так долго, но мне надо умываться уже, поэтому я пойду его потороплю. Доброе утро. Привет. У тебя такой загар классный. Я уже рассказала ребятам про вашу ситуацию вчера сложившуюся. И ручки здесь такие у нас. Ну, кстати, сейчас ты уже не такой красный. У тебя на руках, в принципе, вообще нормально. Не особо видно этот переход. А вот здесь на шее, конечно. Красотулька. Да. Вообще, как мы вчера обсуждали, мы планировали с ребятами пойти на пляж сегодня утром. Где-то 8-9 часов. У меня просто не будильник 8. Это как бы нет. Точно нет. Точно не 8. Я написала ребятам то, что я дальше сплю. И поэтому мы, наверное, пойдем после обеда. Сейчас солнцепек спадет. Сейчас, кстати, уже 12 часов. Я проснулась в 10, но я 2 часа тупо пролежала в постели. Я смотрела сериальчик, потом залипала просто в ютубе. В общем, так, отдохнула чисто от отдыха. И Тёма сейчас занимается бритьем своего красивого личика. А я жду, пока я смогу тоже почистить зубы и умыться. Попросила Женечку к нам забежать. Привет, вот, доброе примерно утро. Так это все выглядит. И вот что с ним вчера произошло. Печет, да? Да, печет. Офигеть. Да. Посмотрите. А еще видно, что бананка была. Бананка висела, да, оттягивала видно. Футболку. И да. Насколько разная. Ой, капец, Женя. С Богом.
Ты сегодня, если только будешь куда-то выходить... Я не буду никуда выходить. Не будешь? Но только если задачи поеду. Тебе надо будет обязательно мазать кремом. И пантенолом еще сегодня. Я боюсь, помогу. Что начнет от этот, знаешь... Облазить? Слезать, да. Конечно, будет. И чего-то капец. Все будет хорошо. Я пошел. Короче, ты на пляж минус, я так поняла. Да, да, что-то мало желания у меня на пляж идти. А если вечер? Ну, если только часов 8-9, чтобы реально просто покупаться. Но если будет солнце, то я минус. Ни один крем, мне кажется, не сильно поможет все равно. Не, если ты намажешь SPF 50, все будет абсолютно нормально. У меня вообще лицо под этим кремом не загорает, не только лицо. Кстати, шнобель красненький тоже. Да. Только что заскочила быстренько в душ, умылась, там помыла голову, чтобы время немного не тратить. И сейчас буду одеваться и будем же ехать на почту. Тема прям хочет сейчас как можно побыстрее съездить. Окей, я не против. У меня тут цветочков много всяких. И домашние, и не домашние. Такого красота не могу. Это мне сегодня нужно будет постирать. Это пледы. Надо будет все по отдельности в машинку, потому что все сразу не влезет. И сушку вчерашнюю тоже разгрузить. Потому что вчера была большая стирка после приезда. Я еще, кстати, тут часть вещей не разложила. Я достала туда все, что нужно в стирку. А вот это еще осталось чемодане. Я все так же не использую косметику до сих пор с моря. Вчера я тоже не красилась, только крашу брови и ресницы подкрашиваю. А то, что касается тонального крема, я вчера совсем капельку нанесла вечером, когда мы снимали с Тёмой видео, на его канал было, не было. И то я нанесла только на те места, где у меня вот тут на щечках немножко есть постакне. Все остальное я вообще не трогала. И оставила так, как есть. Поэтому и сейчас не буду краситься тоже. Посмотрим, может, я привыкну. И буду краситься только по каким-то случаям. Было бы прекрасно, потому что макияж занимает много времени. А так, пользуясь моментом... Ой, много ляпнула. Пользуясь моментом, пока я привыкла к тому, что мое лицо без макияжа, и забыла, какое оно с макияжем. Я не буду пока краситься. Максимально, насколько это возможно. Все, сейчас я тоже бровки подкрашу. Блин, эта тушь, это просто находка. Не знаю, я обожаю. Кстати, спрашивали у меня точно, какой это оттенок. Значит, смотрите, это NYX Tinted Brow Mascara. Оттенок брюнет. Вот так она выглядит. Надеюсь, помогла вам. В этой комнате сейчас мне темно как-то, поэтому я тут накрашу брови. Тёма заберет с почты футболки, которые ему прислали. А я ночник. И я просто офигеть, как хочу его уже забрать, потому что он обещает быть очень крутым. А я хочу крутой ночник, давно уже хочу. Все. Первая бровь у нас готова, сейчас я докрашу вторую и поедем. На улице благополучно начался дождь. Я только что феном чуть просушила волосы, ничего не выпрямляла. Кстати, феном даже сушила абсолютно холодным воздухом. То есть я вообще термической обработки не проводила, поэтому у меня волосы Natural Beauty сегодня. Я просто не хочу, если честно, после моря их сильно сейчас выпрямлять или сушить горячим, потому что они и так у меня на солнце, скажем так, нормальную дозу такую получили жары, и поэтому я их всегда после моря стараюсь поберечь, чтобы они восстановились. Поэтому сейчас, в ближайшее время, я не буду ничего делать с волосами, просто вот так вот, потому что это полезно для них сейчас будет. Я надела свои синие джинсы любимые и вот эту белую футболку, которую еще ни разу, кстати, не носила. Но сейчас подумала, что будет в тему к этим джинсам завязать ее вот так на поясе, и будет симпатичненько. И мне нравится. Так что сегодня my look of today выглядит так. И еще мне Ася отдала очки, которые она купила себе, но ей они не зашли. Она их сказала, что носить не будет. Поэтому у меня есть вот такие еще сейчас черные очечи. И я не могу понять, мне нравится, как они на мне выглядят или нет. Это очень сложно. Ну, типа, они
прикольные, но именно как они к моему лицу идут или нет, мне непонятно. Напишите в комментариях, пожалуйста, потому что я не шарю. Сейчас еще у Тёмы спросим, как ему. Не знаю. Ну, кстати, к этому луку, к этому образу, мне кажется, они и подходят, в принципе. В общем, я жду ваши комментарии, пожалуйста, помогите мне определиться. И еще сейчас померяю те очечки, которые мне Тёма подарил, если помните. Мне еще не приходилось их одевать, надевать. Ай, в ухо себя поцарапала пальцем. Может быть, их надеть сейчас? Не знаю. Мне кажется, для этого образа он такой нежный слишком, а очки слишком грубые сюда. Непонятно. Мне так сложно всегда, когда я меряю что-то, понять, идет конкретно мне или нет, что просто ужас какой-то. Ладно. Я просто надену очки, которые всегда надеваю, свои любимые. Эй, йоу. Мне нравятся эти очки. Да, прикольно. Да? Да, прикольно. Это я не могу понять, мне нравится или нет. Вот пойди, да. Непонятно. А что ты там делаешь? Ой, ой. Смотрим. Итак, look of the day выглядит сегодня вот так. Не знаю, оцените в комментариях, как вам, от 1 до 10. Мне комфортно. Я люблю джинсики, я люблю футболочки и я люблю кроссовочки. А все это вместе создает мой идеальный удобный люк. И, кстати, Артём оделся похоже, и мы теперь похожи сегодня. Все, выходим. Ключик от машины беру. Погодка хорошая. Странно, только что был дождь, теперь опять солнце. Ничего не понятно. Тёма уже должен открыть. Посмотрите, видите, правда, похоже оделись. А что ты такой деловой, серьезный сегодня? Я гангстер. Сёма на почте. Сердечек мой. Вот здесь он. Эй, красавчик. Можно с тобой познакомиться? Давай. Так ты обычно еще не отвечал. К такому я была не готова. Окей, я Маша, а тебя как зовут? Альберт. К такому ты была готова? К такому точно нет. Я так сильно хочу светильник, вы не представляете просто, я уже не могу выждать, не могу, очень хочу. Мне кажется, сегодня вся вечерняя часть моего влога будет посвящена чисто светильнику, реально. Смотрите, он у меня тут миньон, а у тебя? Меня очень круто, я же чувствую. О, это просто шок. Тут, кстати, я... какая-то бумажка есть еще. Бумажка? Да. Чувствуешь? Нет. Чувствуешь? Это может быть конверт, в котором лежат они. О, как круто. Сейчас будем открывать. Ну, вот это действительно круто. Очень жарко в маске, я хочу ее снять. Поехали куда-то покушать? Поехали, сейчас я открою. Я очень голодная. У меня тут такие штуки. Ты прям машину будешь открывать? Да, я сейчас прям открываю.
Ну что, мы не сдержались и распаковываем прям. При том, что почему я твою посылку открываю? У меня просто ручки слабые, а у тебя сильные. Блин, ну так завернули, капец, конечно. Ну да, чтобы не украли мой светильник. Да ты шо, він півтора косаря стоїть. Нафиг такой светильник надо? Он очень классный. От 5 до 10? 28. Нифига себе, значит, реально классный. Да. Что ты хотел? 13 миллионов цветов, бэйби. Ой, я все, я говорю же, как Андрей Нойлс. Фу, я реально, я в шоке. Я посмотрела видос. Не, я к нему нормально отношусь, он просто... Да, я тоже, это его жизнь. Ну, вот так, черт! Ну, это так подбешивает, не знаю, просто узнала, сегодня посмотрела видос в ютубе, что Карина Аракелян встречается с Нойлсом, мне ее жаль. Меня больше удивило то, что Карине 17, вот тут я офигел. Вот это для Артема было новостью. Вот тут я офигел, а то, что встречается, ну так не нормально. Не, я, кстати, тоже удивилась, когда узнала, что Карине Аракелян 17 лет. Ты уверена, что ей 17? Да, я правда думала, что ей где-то 25-26. Да, но очень взрослая. Она просто очень еще яркий макияж делает, само по себе лицо у нее довольно взрослое. Плюс она еще всегда так ярко красится, что просто капец. Ты сама достанешь? Не знаю, давай, да. Так. Давай, хвастайся. Офигеть. Ого, круто. Красивый. Давай, открываешь. Сейчас, я стараюсь. А вот это, вверх смотри. Да, я вижу. Круто. Вот такой он. А, пластмассовый типа? Ну, тонкий типа, пластмассовый. Да. Блин, низ вообще бомба, вот это тут вот. Тут, в общем, регулируется вот это. Тут можно, тут тоже цвет как-то можно выбирать. Вот эту штуку, я так поняла, не знаю, надо пленочка, отдирать или наверное, нет? Да. Что это? Не, ну там, не надо лучше. А что там? Я не знаю, потом разберемся, в общем. Но она, наверное, включается только, когда будет подключена к розетке, если я не ошибаюсь. И вот тут... Блин, такая приятная она. Да, и оно будет очень красиво светиться, блин, реально. Я уже очень хочу вечер сегодня, чтобы посмотреть на все это. А как тут что-то должно быть еще или ну, нет? Ну, там зарядка должна быть, наверное. Шнурочек какой-то. Ну да, открывай. Как это? Вот эту часть, да, на себя. Чисто Маша познает мир. Да, это я. Блин, а тут интересно, беспроводная зарядка или просто провод? Было бы вообще кайфово, если бы была беспроводная она. Шнурочек. Тут даже блочок есть. Ну, конечно, как ты хотела. Я думала, будет как на маке, офигеть такой. Блин, а переходник нужен теперь. Там нету переходника? Серьезно? Наверное, нету. Охренеть. Сейчас проверим. Блин, если нету переходника, то я сейчас пойду обратно в эпицентр. Потому что если я сегодня... Нету, конечно, его. Ну, капец, ну что это такое? Можно было бы и переходник, конечно, мне положить сюда. Шнурочек, да, и этот. Ну, шнурок кайфовый, прям. Да. Блин, ну это реально очень тупо, когда в Украине отправляют вот так. У нас же нет розеток. Нет, там тоже ничего нет. Я уже думала, может, спрятали куда-то. Ну, в общем, ладно, сейчас пойдем решим. Попробуй нажать. Я уже нажимала. Там что-то... Думаешь, все светилось? Ну, что-то есть там. Я не вижу, слишком светло здесь. Но оно типа как просто, как молния, такой пик. Не. Короче, разберемся дома. Да, но это будет четко. Тёма уже распаковал свою посылочку, ты доволен? Да, блин, офигеть, смотри, у меня есть такая белая футболка. Лакост. И еще вот такая вот, я уже оторвал пирожно-бирку от нее. Но мне это вообще не очень нравится, потому что я не люблю такие большие бокс-лого. Ну, кстати, как бы... даже воняет как-то фу-фу. Ну, короче, Лакост пахнет, мне нравится. Она... Лакост приятнее пахнет, чем Дольче Габбана. Может, я, конечно, не знаю, может, это такой запах дорогой жизни, но мне больше нравится. Ой, дорогая жизнь, футболки по бартеру, я тебя умоляю. Лакост прям пушечный. Посмотрите, наша машинка, вон отражается в окне, красиво. Да. Мы сейчас, наверное, выйдем, все-таки вернемся в эпицентр, потому что вот это меня не устраивает. Я хочу пользоваться светильником уже сегодня, а для этого нам нужен переходник.
Я вообще не понимаю, почему у меня на коробке все инструкции, почему на китайском. Xiaomi выпускает, типа, ну, в переводе коробки, все дела. Видимо, Citrus закупал конкретно эту партию напрямую из Китая, я не знаю. Но я проверила, коробка у меня оригинальная, и этот оригинальный. Я просто уже подумала, вдруг мне какую-то подделку прислали, но я сверила, нет, все окей. Поэтому, хз, Citrus, что это, блин? Мы с моим любимым мальчиком купили переходник, все окей, и сейчас мы приехали кушать. Мы еще не завтракали даже, не обедали, а времечко уже-то 2 часа дня, поэтому мы будем сейчас есть сушики, или не сушики, я не знаю, но мы приехали в Евразию. Евразию, которая на Минской находится, тут я была всего лишь один раз, в плане именно кушала в заведении, и тут очень вкусно. Вот так. И она сейчас работает, в плане, в ней можно покушать. Даже несмотря на то, что там нет летней террасы. Может, в KFC? Не, не хочу в KFC. О, ароматы! Ларка! Сейчас я буду кушать, сейчас меня покормят. Знаешь, откуда это? Нет. Это Маша Медведь. Да, серьезно? Да. Блин, круто. Я очень люблю есть. А еще больше я люблю есть, когда я голодная. Я могу есть даже, когда я не голодная. А вот сейчас прям очень в тему. Ты что будешь заказывать? Суши или что-то другое? Я не знаю пока. Я пока даже не решил, что я вообще хочу кушать. И я хочу тоже. Ли я вообще кушать. Я тоже. Я не могу сказать, что я прям очень хочу суши. Может, я просто что-то другое сейчас закажу. Но это не точно. Во всех заведениях у нас сейчас не обычное меню выдают, а именно электронное меню. То есть на каждом столике вот такой штрих-код. Мы его сканируем и на телефоне открываем сразу ссылочку с меню электронным. Потому что это, мол, для того, чтобы люди не трогали все одно и то же меню и чтобы вирус не передавался, если можно так сказать. Весь персонал работает в масках, а посетители, естественно, без, потому что все кушают. Принесли первый. Боже мой, я так не люблю, когда приносят роллы первыми, потому что я сразу начинаю их есть, съедаю на голодный желудок и не успеваю насладиться вкусом, потому что очень голодна. А Тёма, как я поняла, будет сейчас... Я уже начинаю. А я, наверное, подожду все-таки салат. Красава, вот этот сильный человек. Да. Приятного аппетита тебе. Спасибо. Давай дегустацию. Пойдет? Не очень хочется скушать один. Ага. Но я только один скушаю, честно. Как у тебя начинаешь? Я вот один сейчас покупаю. Не, ну если ты не хочешь, я могу и твои съесть. Спасибо. Спасибо большое. О, смотрите, салатик. Вот все, слава богу, так. Вы немножко подождете меня. Я пока что поем салатик. О, да. Боже, ребята, вам приятного аппетита и нам приятного аппетита. Домой! И я сейчас буду распаковывать и уже включать впервые светильник. Мы купили переходник, как я сказала. Теперь все будет отлично работать. Сейчас я все это включу и вам покажу. Так, я включила его в розетку, и он уже начал светить. Я пока вообще не шарю, что и как тут работает. Но вот эта штука, насколько я знаю, сенсорная. Только я не понимаю, куда именно надо вести. Вот видите, ярче делаю и темнее.
Прикольно. Хотя тут ничего нет, ты просто водишь пальчиком по кругу, и все становится ярче. Класс! Так, тут есть вот эта функция переключения. О! Блин, на камере, кстати, не так передается цвет. На камере он в жизни сейчас прям красный. Почему оно? О! О! Зеленый. А теперь меняет цвета. Блин, как вам показать? Она просто камера фокусируется на моем лице, а не на свете. Ей сложно. Красиво как. Ой, могу вот так. А, ну это тоже яркость я не меняю. Тут можно, насколько я знаю, зажать вот эту кнопку. И тоже вести пальцем. А, и будут меняться цвета. Офигеть, смотрите, сейчас. Сейчас. Так зажимаю. И она разными цветами играет. И еще, как я поняла, ее можно подключить к приложению на телефон. И будет вообще тетенька. Ну, это мы сегодня с вами еще в темноте попробуем, когда свет будет выключен. Это что я сделала? Оно что-то светит, но не ярко. Блин, офигеть, мне очень нравится. В общем, я наиграюсь сегодня просто до конца жизни с ним. Я уже поставила светильник на его законное место. Сейчас у меня тут происходит процесс подключения приложения к лампе, и я смогу с телефона тоже контролировать, как она работает. Я уже немножечко тут плюс-минус разобралась с функциями. Очень прикольно, если честно. Я прям довольна. Сейчас еще с телефоном тут потыкаю, вообще будет все понятно. Ну все, красавчик. Да, мазун так мазун. Я сейчас хочу телефон Тёмы тоже подключить к лампе. Сейчас свой я уже сделала. И чтобы он тоже мог работать с лампой. Пальчиком вот так в обратную сторону крути, будет. Да. Да все. Вот это что? Это режимы будут сейчас меняться. Смотри, сейчас. А, сейчас не будут, потому что я сейчас поняла, она в режиме подключения к Bluetooth. А-а-а. Поэтому сейчас я закончу, и потом можно будет дальше ее крутить. Мне сейчас нужно отвлечься от светильника, потому что мы записываем видос на канал Артема, и это будет очень интересно. Мы с Артемом сейчас будем строить халабуды, и в этом будет заключаться суть этого видео. Это очень интересно, у меня тут уже есть своя локация, я уже начала делать, будет прикольно, так что потом посмотрите у Артема. Мы досняли видео и сейчас лежим, отдыхаем. Сейчас у меня здесь рядышком светильничек, вот так красиво он светится в данный момент, и я хочу выключить полностью свет, чтобы посмотреть, как будут выглядеть другие цвета. Мне так и не вставать к выключателю, поэтому я не хочу пока выключать его полностью. Я здесь в приложении нашла готовые, типа как наборы цветов. Можно выбрать, допустим, вот ночной свет. И он светит вот так чуть-чуть, чтобы, то есть, чтобы можно было с ним спокойненько спать. Блин, так рябит камера на этот светильник, не знаю почему. Можно выбрать романтический вечер, и он будет светить вот так. И менять цвета там фиолетовый, розовый, синий, очень красиво такой, создает романтический. Тебе достаточно романтическая обстановка сейчас? Ты показала, где мы лежим? Да, мы в шалаше. В шалаше? А это вы потом у Артема в видео посмотрите. Можно выбрать кино, и свет будет вот такой голубоватый. Давайте приятный такой оттеночек, прям вот как в кинотеатре. Можно выбрать... день рождения. День рождения, что это? Это просто меняются цвета красиво. Яркенько получается. К чему это день рождения? Думала, оно быстро будет, типа как стробоскоп. Не, это просто тут яркие насыщенные цвета. А-а-а. Потом, помимо... свидание вот еще есть.
На свидание, по-моему, просто мягкий такой желтенький дает, чтобы вот была достаточно романтическая обстановка. Как свеча горящая. Да. Тут есть, кстати, вот мерцание свечи. И он такими мерцающими слегка движениями, вспышечками. Так он же белый, не желтый. Ну, видишь, он то ярче, то темнее становится. Такой, как... Ну да. Если бы желтый был, был бы, мне кажется, ну вот так, было. Если снимать нас, ой, о чем мы? То будет казаться, мне кажется, что где-то рядом свечечка стоит. Видишь, мерцает ну, цвет. Да. Прикольно выглядит. Что тут еще? Есть закат. О, это красиво должно быть. Освещ... Ну, не знаю. Такой, да. Просто тускловатый какой-то. Белый. Есть рассвет. О, этот красивый цвет. Прикольно. Ну, в камере они еще немножечко искажаются. Да. Не, лампа вообще прикольная. А за сколько ты ее купила? 1600. Блин, ну прикольно. Можно даже использовать ее, знаешь, как для ТикТоков всяких. Вот, смотри, если вот, максимум это эффект солнечного света. Типа солнышко у нас здесь с тобой. И вот это будет сейчас менять цвета, ну, по-моему, или нет, не помню. Ярче становится. А ты делаешь нет, ярче? Нет, это я делаю ярче, вот на телефоне тут регулирую. Вот, по-моему, будут меняться цвета, да. Красиво. Вот так они меняются, прикольно. И можно скорость изменения цвета тоже отрегулировать, чтобы это было чуть медленнее или чуть быстрее. И тоже выглядит очень интересно. Мне нравится эта лампа, я однозначно ставлю ей лайкосик, и прям это классная идея для подарка. Друзьям, родным, я думаю, она многим должна зайти, понравиться. Вот, это я ее выключила. Так что вот так, если вам интересно кому-то идея для подарка, там или просто себе, то можете посмотреть такой ночник. Мы еще сейчас выключим свет, когда ляжем, я тоже ее включу, хочу посмотреть именно как, насколько ярко в комнате свет получается. Я думаю, что не будет прям слишком ярко, он такой больше локальный, но вот здесь тоже удобно то, что можно регулировать освещение. Классно, выглядит супер. Вот так особенно, когда... В шалаше режим. Так уютненько становится. Четко. Четенько. Я сейчас, наверное, пойду в душку уже. Будем потихоньку ложиться отдыхать. Кстати, я еще поняла то, что я не сказала вам лично в этом влоге. Спасибо за то, что у вас теперь 500 тысяч. Потому что я сняла об этом сторис, много рассказывала. И в инстаграме в основном этот вопрос освещала, пост об этом написала. Но лично вам тут во влоге не сказала. Спасибо за то, что вы со мной. Так что, ребятушки, спасибо огромное за то, что вы теперь со мной. Нас 500 000, и это очень-очень большая цифра. Я просто в шоке. Я до сих пор не могу поверить в это. Но это офигенно классно. Все, кто подписан на меня в инстаграме, видели, как меня поздравили ребята, как меня поздравил Тёма. И это было безумно-безумно мило и классно. Там Тёма базарит по телефону, поэтому... Вот так. Не знаю, может чуть-чуть изменить цвет, а то, мне кажется, я слишком красная как. О, вот это прикольно смотрится. Прикольно, да. В общем, еще раз вам спасибо. Вы у меня офигенные. Просто офигенные. Смотрите, какие на этом освещении у меня глаза кажутся зеленые. Они мне вообще зеленые, но в этом свете они еще больше зеленые. Мы сейчас снимем этот шалаш, и я пойду спать. Видео про шалаши посмотрите у Тёмы. Оно должно выйти в тот же день, когда этот влог. А пока что я закончу влог, потому что я уже не в состоянии ничего снимать, я уже очень хочу спать, если честно. Сейчас уже 12:08, у меня такое чувство, вроде бы уже 3 часа ночи, я очень устала. Всем спасибо за то, что были сегодня со мной, жду вас завтра в новом влоге. А пока что хорошего вам дня и будьте счастливы. Пока.